90 лет – серьезная цифра. За это время Ульяновский педагогический университет снабдил страну не одной сотней высококлассных учителей. Сегодня это не просто вуз богатой историей, но и научный центр – кладезь творческих студентов, волонтеров и спортсменов. И если посмотреть на наш вуз, как мне кажется, никто не скажет, что он самый старый в регионе. Как мне кажется, как минимум можно сказать, опытный и перспективный. Мы меняемся, мы будем меняться, но при этом оставляя то важное, что всегда есть воспитание, образование и просвещение. Сегодня в Педухе учатся свыше 7500 студентов. В университетский комплекс входит легкоатлетический манеж, спортивный комплекс «Буревестник», богатая библиотека, медиацентр и технопарк с современным инновационным оборудованием. Являясь одним из старейших вузов Поволжья, УлГПУ ежегодно поднимает профессиональную планку выше и выше. Ульяновский университет – один из самых статусных, один из самых красивых, один из самых знаменитых педагогических вузов нашей страны. И очень часто в Министерстве просвещения мы берем пример именно у этого вуза. Несмотря что Армавирскому госпедагогическому университету в следующем году столетие, и мы немного опередили на 9 лет УлГПУ, но во многом УлГПУ лучше. Большой упор в вузе делается и на внеурочную деятельность. Студенты отмечают, кроме высшего образования в университете можно получить большой спектр софт-скиллов. Помимо этого, у нас очень разносторонний университет. Здесь можно попробовать себя в абсолютно любом направлении и в абсолютно любой сфере. А помимо учебы, я так понимаю, ты еще занимаешься каким-то творчеством? Угу. Может, еще чем-то занимаешься, не только творчеством? Я начинала вообще с того, что занималась просто танцами, была волонтером. Сейчас, помимо того, что я являюсь студенческим деканом, я также активно участвую во всех направлениях, в научной сфере, в творческой сфере и вообще во всем, что возможно только у нас в университете. На торжественной церемонии за особые заслуги в педагогике лучшие преподаватели университета получили награды от губернатора Ульяновской области, Государственной думы и Министерства просвещения России. Для студентов, выпускников и почетных гостей приготовили концертную программу «Университет будущего», а в музее УлГПУ подготовили новую экспозицию. В системе педагогических вузов можно выделить, конечно, большие вузы, маленькие вузы, но Ульяновский у нас, конечно же, на передовой, он всегда выполняет и даже перевыполняет необходимые задачи, движется вперед, является неким вектором развития, всегда идет в ногу со временем, а иногда и опережает. Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова начал свою работу 1 октября 1932 года. За это время из вуза выпустилось свыше 70 тысяч специалистов сферы образования, науки, культуры, социальной деятельности. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.